Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я, Скиф, и сегодня мы посмотрим на игру под названием Original Journey, и это игра от китайских разработчиков. Выглядит она довольно занимательно, здесь ручная роспись, сюжет специфический, но все-таки Китай, своя специфика и все прочее, но играется интересно, механики довольно прикольные, давайте смотреть и разбираться, в общем-то, что это за игра. Давайте сразу начну. Здесь у нас уже есть какая-то статистика. Вот мой персонажик. Это какая-то, кстати, растительная, я не знаю, сущность. Да, это раса растительная. Ато или Ато, как правильно? Наверное, Ато. И мы прибыли на планету в поисках источника питания, такого мега крутого. Но, чтобы до него добраться, соответственно, придется много всего совершить. Так как мы, по сути, какой-то круглый клубень, я не знаю... И круглому клубню было бы тяжело в борьбе со всяким дерьмом, которое творится на планете. Мы входим в такой мека-броне. И ее можно апгрейдить. Оружие можно апгрейдить, которое у нас есть. Ну, другие виды добывать и так далее. Сейчас, в общем, посмотрим. Я уже поиграл немного и в целом довольно круто на самом-то деле. Вот мне нравится очень рисовка эта ручная, опять же, какая-то роспись. Смотрится довольно оригинально и интересно. Такс. Смотрите, тут вот одного чувака вообще растарабанило просто по жесткой. А я всего лишь мутант. И, видите, да, что бывает с Ато, когда они жрут в три горла. Итак, что, давайте посмотрим. Я, по-моему, на оружие на новое накопил. Возможно, удастся открыть. Мы сейчас находимся, кстати, да, на корабле на основном. Здесь есть оружейный специалист, там специалист по броне по нашей и так далее. Давай посмотрим, что мы тут можем. А, сюда я еще не могу, у меня мяса вот этого вот нет. Это второй тир, ну до второго тира далековато, нутро монстра надо какое-то. Так, по факту я ни черта не могу, да? Слизь не докопил и радиоактивных вещества не докопил, веществ. Окей, мы это докопим, у меня пока что пулемет, дробаш по сути и гранатомет. Сейчас у меня дробаш и гранатомет. Патроны кончаются на миссиях, на наших, да? Ну, сейчас посмотрим, как это все устроено. Сделано довольно круто, на самом деле. Ну, здесь есть какой-то лор, электронная почта и так далее. То есть в это все можно позалипать. Я сейчас этого делать не буду. Здесь даже есть вот такая вот тема, это событие. Можно, то есть, почитать, что тут произошло. Вот я, к примеру, душевная гонка. Это ивент, который происходит во время вылазки нашей на миссии. Ну-ка, может, я броню могу себе бахнуть, не? Что-то, конечно, я сомневаюсь, но мало ли. Давай новое поступление. Так, установить чип. А, слушай. Что за чип? Чип расширения 1. Слегка увеличит количество патронов, подобранных боеприпасах для ружья. What? А, это он и так установлен. Или нет? А, здесь чип не может быть, а вот здесь может быть. Так, подожди, что-то я... Давай сначала глянем, что я могу вообще в плане новой брони. Могу, нет, мясо надо, глазные яблоки, металлолом. Тут металлолома больше. Тут еще одно глазное яблоко, мы сможем разблокировать вот этот, по крайней мере, костюм. Окей, ну давайте пока хотя бы чип сюда впиндохаем. Вот у меня костюм новичка, это в чем мать родила, базовый. Расширим. Давай, слегка увеличит количество патронов. Боеприпасы для ружья. Ну, надеюсь, нам это поможет, так или иначе, правильно? Только у нас с собой ружье-то есть. Но пускай, новых чипов мы так или иначе найдем. Тут еще есть барыга, который от меня требовал 500 кристаллов. Пойдем сейчас к нему сходим. Возможно, что-то даст полезное за эти 500 кристаллов. Игра, кстати, полностью на русском. Это классно. Окей. Эй, новичок, не думаю, что мы уже встречались. Я Кастер, а это мой магазин. Подожди, а я тебя знаю, тут тот самый парень, которого заприметил Колин. Я и Колин давние знакомы, хе-хе. Ну, Колин это помощник типа главного адмирала, капитана или кто бы он тут ни был.
У меня для тебя кое-что есть, хочешь взглянуть? Это невероятный модуль L. Честно говоря, я понятия не имею, как он работает, но я уверен, что он довольно ценный. Можешь получить его за 500 кристаллов. Ну, давай. Мудрое решение. Приходи в мой магазин, если будет что-то нужно. Хочешь узнать, на что способен модуль? Я тоже. Но теперь это твоя проблема. Так, ты можешь поговорить с местным чудаком, его зовут Энджи. Теперь он закончил возиться с малышом, и, возможно, у него найдется время для чего-то нового. Его комната по левую сторону от центрального холла. Окей, мы модуль получили. Возможно, он нам, соответственно, чем-то поможет. Сюда я пока попасть не могу. Так, это наш дом. Там вроде ничего интересного. Ну, наш каюта. Если хотите. Так, от главного входа по левую сторону, то бишь сюда. Вот тут этот чудак живет. Давай пообщаемся, посмотрим, может быть, нам какой-то апгрейд подкинут. Мастер дронов. Это та комната, о которой говорил Кастер. Энджи тут нет. Возможно, он участвует в сегодняшней атаке. Если это так, он должен быть в гигантском лесу с остальными. Может быть, я встречу с ним, когда буду в дозоре. Ну, погнали, короче, воевать. Заодно покажу местную боевку. Она, кстати, процедурно генерируемая. То есть тут некий элемент рогалика присутствует в этой игре. Довольно прикольно, на самом-то деле. Ну, рисовочка вообще зачетная. Так, я что-то мимо аж пробежал с перепугу. Давайте посмотрим, как, в общем, тут миссии выглядят. Я пока что только в первой базовой локации лажу, безусловно. Левел у меня низкий, да, тут слева у нас показывает, как у меня оружие. И сколько у него патронов. Патроны вполне себе умеют заканчиваться. Снизу вот это турелька. Ёпта. Турельку я как-то сейчас показать могу? Ну, походу, никак. Здесь у нас количество нашего здоровья, атака и прочее. С уровнем это все, конечно же, увеличивается. Ну, здоровье, шкала, понятно, вверху. Здесь снизу это шкала уровня. Ну, и это местная валюта, какая-то типа радиация или что-то в этом духе. Это малыш, он нас таскает на задание. Погнали. Я так понимаю, сейчас что-то сюжетное произойдет. То есть вот он, лесной лагерь, где мы. И теперь погнали в гигантский лес. Собственно, игра с этого начинается, что мы прилетаем. Так, у тебя есть 3 звезды, очки здоровья, атака и удача. Окей. Погнали. То есть тут будет с усложнением идти. То есть мы прилетаем на некую локацию. И надо ее зачистить. Это всегда, я насколько понял, именно что один такой экран. Но монстров здесь несколько. Мягко говоря, то есть их тут может быть дофигища. Вот этот красный, который светится, это типа необычный парень. Ну, с него и лутецки получше идет. И плюс с них сыплются зеленые кристаллы, они нас чуток отхиливают. Еще я мог установить турельку. И это все процедурно генерируется, соответственно, монстры, как здесь все будет выглядеть. И идет на усложнение. То есть вот я зачистил, вызываю опять малыша, малыш меня забирает. Мы погнали дальше. Потом тут еще могут происходить какие-то ивенты, пока что ничего не происходит. Погнали дальше. И на усложнение, до тех пор, пока я, в общем-то, смогу выдерживать. Давай ставим турельку, призываем. Это некоторое время занимает. Малыш привозит турель. И понеслась. Ну и также патроны, можно заметить, они тоже тратятся. Турелька, конечно, отстойная, базовая самая. Потом их вроде как и больше будет турелек, не только одна. С разным функционалом, но у нас пока что имеем то, что имеем. Я так понимаю, мне надо как-то в лес углубиться, чтобы найти этого чувачка. А, ну вот, поиск материалов. Один разок мы можем поиск материалов совершить. Там, кстати, есть возможность отхила. Также, когда мы набираем левел, левелапаемся, то мы тоже полностью отхиливаемся. Это как бы стоит тоже учитывать. И, возможно, в каких-то ситуациях на это именно что надеяться. Давай сразу турельку поставим. Вау, шипы. Ват! Ват! Жесть. Что-то я надамажился. Будь здоров. Очень стрёмная тут генерация для меня. Придется, наверное, сейчас отхиливаться. Юху! Нормально. У тебя есть один шанс, чтобы вернуть то, что ты потерял. Оно ни черта, да? Не срослось. А, ну да.
я потерял, мне теперь получается, как в Dark Souls, надо прийти туда. Ну, блин, это была очень жесткая генерация. Ну-ка, пробуем. Очень неудобно мне было с этим оружием отбивать. Ну и теперь у нас та же самая генерация будет. То есть мы как бы добираемся до того места, где мы это все просохатили. Давай попробуем. Заодно и показываю механику смерти. Я еще, кстати, не умирал, но знаю, как она работает. Погнали дальше. О, в этот раз у меня тут только братюни, смотрите, которые мне помогают. Тут же, ну, не только мы, тут и другие солдаты водятся. И они, соответственно, могут нам иногда помогать. Ну, это тоже рандом. Бывают иногда и турельки стоят. Тут еще вон еще погода какая жесткая. Ладно, на какой там локации-то застрял? На третьей, что ли, аж? Вообще ни о чем. Прожил. Да, вот мои шмотки. Как вот они, нет, вообще не шатаются. Оп, 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 оп. Так, я чуть не упал. Забрать. Ты вернул, отлично. Да еще эти краснозадые пчелки. Еще минус дробовика, кстати, в том, что он меня отталкивает, когда я стреляю. И вот очень сложно сейчас будет вот сюда вниз, по факту, попасть. Ёпта. Шипы дамажат. Вот как мне вниз стрельнуть? У меня... А, вот с этой стороны в эту сторону, если стрелять, в принципе. Можно понакидывать. Да ёпта. Видели, да? Я с дробовика просто шмальнул, меня нафиг откинуло. А-а-а! Боль. Пятой точке в прямом смысле. А вот как эту фигню сбить? О, сбил. Я-то еще, конечно, краснорылая. Да, твою мать, я свалился. Малыш меня, конечно, достал, но я весьма таки задамажен. Черт, как эту фигню добить? О, да. Проблемка. Патронов тоже не бесконечно, но сейчас они меня фуловы, по сути. Так, почти попал. Да, тут генерация, конечно. Ну, у меня еще оружие. Может, надо было какой-нибудь пулемет брать. Было бы попроще. Так, и надо турель забрать теперь. О, это было сурово. Так, что я могу? Подхилиться или надеяться, что я так выживу? Ну, давай попробуем пока понадеяться. А то что-то как-то... Так. Блин, тут еще кто-то говнарьки выкопались. Давайте вы без этого будете. А, вон, видели? Тут еще как бы... На самой карте происходит событие, что нас может молния долбануть. Вот такая красная фигня появляется. Прикольно. Хорошо, что нам братюньки помогли наши. Атошные, картошные. Какие-то картохи маленькие, реально. Так, напряжно, напряжно. О, спасти Энджи. Вот оно, событие происходит, нужное нам. Давай попробуем спасти. Сюжетное, да, вон он. И я здесь! Помогите! Меня мудоша, там какие-то крабы. Ну-ка, говнарики, иди сюда. Больно. А, это был левелап. Вовремя. Ой-ой-ой. На них сверху лучше не прыгать. Это реально больно. На, говнарь. Отлично, спасли. Что скажешь? Ты прекрасен. Спасибо, что спас меня. Дай отдышаться. Встретимся позже на базе. Фу, отлично, говнарика спасли. Давай это забираем. Попробуем еще, наверное, углубиться, да? Чутка хотя бы. Так, душевная гонка. Это в гонке поучаствовать. Но я боюсь, я все материалы сейчас солью на этой гонке. Поэтому давайте продолжим пока исследование. Пока прет более-менее. Угу, тут еще он, братюня. Только я почти себя от них не отличаю. Так, тут большущая какая-то жаба. Ёпта, а чё меня снизу дамажило?
Или это... А, вот, шип сраный. What the fuck. Какой-то мини-босс. Давай еще продолжим. Ну, Селина сейчас рис... О-о-о. Это вообще не айс. Не люблю такие локации. Так, пушечка, хоть как-то да помоги, а. Ну, дробаш, конечно, но вдаль так себе стреляет. Там вообще какой-то красный говнарь с той стороны. Черт, они все прибывают. Ладно, надо сейчас будет сматываться на базу. Только материалки там поискать. Материалы. Да, эти красные, типа эпические, буду их называть. Что мне как-то так привычней. О, отлично. Так, да, я заберу. О, говнаря, я так просто не дамся. Или чё? А, давай поиск материалов. И потом еще заходик, я думаю, вполне можем осуществить. Чё тут нам? Какая-то каменюка. Загадочный плетняк. Ну и вот здесь мы можем отхилиться. Ну это рандом, то, что выпадет из сундука. Но отхил он стабильно. Мы уже вот всяких ресурсов понадобыли. Вот ни мяса я не вижу тут, ничего такого. Ну ладно, попробуем дальше углубиться. Там вот братюня помогуля. А, из этих яиц говнари эти лезут. What the fuck? Воу-воу-воу! Что началось? Сверху десантировали. Так, можно вторую турель призвать. Это, походу, будет обу... Ёпта. Не, надо валить. Ох, как надо валить отсюда. Я, походу, больше сильно долго-то не протяну. Ну и наш турель могут сломать. Одну почти сломали. Фу. Ну, если мы их сломаем, то, соответственно, больше уже у нас их не будет на этом задании, так скажем. Не, что-то все, дальше я очкую. Это и так какой там уже левел? А, на уровень 8. Не, хватит. Давай, у нас лутески есть. Вроде как, да, все неплохо. Поэтому нафиг валим. И по сюжету мы выполнили то, что нас просили. Все, вот мы прибыли в лесной лагерь, где можем побежать там апнуться, что-нибудь там броню себе замутить. Блин, жестко. Чуть задницу не на это, не надрали. Я протестую! Против такого дерьма. Я ж АТО, картошника бодрая. Так, пойдем сначала за оружием. Я хочу новое себе какое-нибудь оружие. То что-то как-то с этим не особо-то удобно воевать, слушай, да? Чё мы тут можем открыть? А-а-а, два раза. Ну, тут тем более. Чуть-чуть не хватило радиоактивных веществ. Ну, еще разочек сходить, фармануть, и все будет супер. Ну, глядишь, хотя бы броню нам дадут сделать. Ну, здесь, кстати, магазин. Можно продавать. Может, что-нибудь покупать. А, это продавать можем ЧП. Угу. Покупать ни черта тут нельзя. Ну, продаем и получаем за это вот эту нашу валюту. ЧП слегка увеличит максимальные очки здоровья. Урон от энергетического меча слегка увеличивает. Стоимость 200, тут стоимость 150, но окей. Нам сейчас это не нужно. Мне показалось, покупать можно это чипы просто. Хорошо. Ну-ка, ты что скажешь? Ну, тут только у меня один слот под чипы. И, походу, глазного яблока еще одного не хватает. Да, к сожалению, ни черта я не могу пока что сделать. Переодевалка, кстати, это вот эта тема. Вот, в чем мать родила, это вот так. Давай глянем. То есть вот так, оп. То есть по факту, наверное, не особо супер люто от брони-то новичка отличается. Но, тем не менее, отличается, да? У нас тут немножечко так брони накидывают, спели преимущественно. Ладно, это неплохо.
погнали к тому чуваку. Он нам там вроде какого-то дрона должен подогнать. Так, здесь у нас магаз. Ну, там не магаз, там какой-то барыга. Но нам надо бы сюда. Ну-ка, мастерская дронов. А, это ты. Рада снова тебя видеть, мой герой. А, ты еще и девочка, ё-моё. Тут так сразу не сориентируешься. Чем могу тебе помочь? Серьезно, я сделаю все. Так, это... Превосходно. Этот кастер, да? Я мечтала об этом, но у меня никогда не было достаточно денег, чтобы купить. Должно быть, это стоит целое состояние. Но откуда он это взял? Неважно. Я не желаю знать этого. Дай мне немного времени, мне нужно повозиться кое с чем. Можешь вернуться на поле и усовершенствовать. Окей, то есть нам говорят... вали на поле, да? Ну, давайте попробуем еще разок. Может быть, у нас что-то да получится. Так, где у нас тут выход-то на полюшко? К сожалению, ничего мы апнуть не смогли. Но в следующий заход уже сможем. Это радует. Погнали отсюда. Текс. Ну, у нас пока что гигантский лес. Понеслась. Возможно, попробуем Ивен с бегуном, с этим самым быстрым. Я его еще... Нет, не выигрывал. Я один раз к ним попал, но слил ему. И тогда это вроде как обучение было. Мне за это никак не покарали. Правда, здоровья лишили. А, хотя, наверное, это всегда так и будет. Будет просто лишать здоровья. Блин, что-то я об этом не подумал. Ну ладно, сходим, попробуем, по крайней мере. А Лутецкого там не лишают, насколько я понял. Но это не точно. Ай-яй-яй. Ва, всяким дерьмом тут раскидываться. Левел. Выглядит так, как будто я сдох, блин. Так, такая вспышка пугает меня. Так, давай заберем. Поиск материалов? Нет. Я хочу погоняться на перегонки с тем говнарьком. Так, внизу шипы. Можно я не буду по ним ходить? Ёпта. Дробаш. Ва! Ва! Так, шипы. Сказал, что можно по ним не ходить, и сам тут же прошел. Так, подожди, а как нам эти неведомые яйца сбить? Блин, а вниз не хочу прыгать. Отлично, улетаем. Жутковатый левел. Нет опять этого ивента. Черт, я хотел показать вам. Если получится, то мы сейчас, наверное, так и сделаем. Все-таки посмотрим, да? Так, говнарьки. Еще и молнии бьют. Под молнию что-то не улыбается мне. Попадать. А, тут они еще в камни стреляют. Мы можем немножечко пользоваться архитектурой, так сказать, местности в своих целях. Фу, нормас. Всякого разного полезного насыпало с них. Дайте-ка мне с бегуном посоревноваться, пожалуйста, а? Нет, не даю, да? Ну, погнали дальше. Я что-то не запомнил, какой мне там ресурс нужен. Так, тут у нас есть братюни! Так, где я? А, я свалился, окей. Ну как, окей. Стремно, конечно. Но пока что я жив. Просто я с этими запутался, кто из них кто. Да плюс еще дробаш скидывает. Конечно, неприятный момент. Но да ладно. О, душевная гонка, погнали. Попробуем свои силы. Эх, надо соревноваться с этим говнарем. Да, это душка. Она самое быстрое, типа, существо, анолье. Давай. Если выиграем, даст что-то интересное. Если нет, то съест вроде как. Ну, давай. Так, я знаю правила. Просто надо добежать до финиша. Но это ни черта не просто. Все, говнарь, погнали. Начинаем. Черт, я не могу бежать. Хотел немножечко смухлевать. У-ху!
Недолет. Надо торопиться, это сволочь быстрая. Тем более он-то вообще ни черта не прыгает нигде. Просто летит. Сраный читер. Так. Конечно, мило. А чё мне-то нельзя было прыгнуть? Я ждал, пока меня поднимет. Ой. Еее. Победа! Хе-хе. Так. Оу, поверить не могу. Только съев тебя, я смогу сохранить свою репутацию. Извини, гонщик, но ты должен умереть. Как ты ж дерьмо. Нутро монстр получили. О, это для какой-то брони нужно. Блин, круто, я не знал, что такой прикольный ивент может произойти. И именно в нем мы добудем нутро. Я думал, просто будет повторяющийся. Ронин какой-то еще есть. Давай поиск материалов. Че тут? Каменюку дали. Похилимся. Сейчас я надеюсь, Ронни не пропадет, и я вообще не знаю, что это за ивент такой. Хочется глянуть. Так, Ронин, понеслась. Вообще без понятия что. Сейчас вместе узнаем. Это девочка. А, Вубалубадабдаб. Истинно так. Стоп, ты не Ата. Кто же ты? Подожди, так это... Засада! Отлично, блин. Призываем турельку. Так, так, так. Тут еще два говнарька пожестче идут с этой стороны, да? Черт. Давай с дробаша. Еее. Еще и левел ап. Ты кто такая? Такое. Опять свои вулду-буду. Думаю, счастлива ли она. Я думаю, это нам ничего не дает. Ну, давай оставим это пока. Надо посмотреть, как там Энджи. Вернуться и найти его на базе. Окей. Непонятно, дерьмо здесь происходит, но тем не менее. Ладно, вернемся. Я боюсь что-нибудь потерять, тем более у меня тут и нутро есть это, которое нам пригодится для создания нашей новой брони. И вроде как на новое оружие нам должно хватить. Пошли глянем, какое тут еще оружие может открыться. Текс. О, ну ничего, прикольненько сделано, кстати. Прикольненько. Так, оружие. Я помню, для нутра монстра нам не хватало именно для какой-то брони. Поэтому в броню надо бы зайти. Серьезно. Здесь нам по-прежнему не хватает. Одного какого-то дерьмеца нужного мы не нашли. Окей. Но я так подозреваю, все-таки броню хотя бы мы сможем сделать. Давай, глянем новые поступленница. А, вот у нас на эту фигню хватает. Где я нутру монстра вообще видел? Ну давай вот эту откроем, что это? Искусственный глаз. Допустим. Маленькие АТО теперь могут заглянуть за стену. Немножечко апнет нас. Ну давай. Как-то так выглядит. Плюс мы сюда можем установить чип. Слегка увеличит урон от энергетического меча.
Очки здоровья. Ну, давай увеличим. Неплохо. Новая у нас появилась мека-броня. Ну, ладно, давайте на этом будем заканчивать, а то я что-то уже подзалип, честно говоря. Довольно прикольная игрушка, я бы не сказал, что это прям трындец-шедевр, да? Но визуальная стилистика неплохая. На левелах нам приходится подумать, да, о том, как нам куда двигаться, стрелять и все прочее. Ну и в целом довольно неплохо. Музыкальное сопровождение такое ненавязчивое. В целом игра мне нравится. Пишите ваше мнение, как вам такая стилистика и все прочее. Ну и плюс это немножечко китайского сумасшедшего в стиле вот этой картохи непонятной в мека-броне и всего прочего. В общем, на этом всем всего хорошего и пока-пока!